У меня зрение минус 12, и мне отказали в лазерной коррекции. Всю жизнь я ношу толстые очки и линзы. Плохое зрение у меня с самого детства. И я всегда мечтала снять линзы и обрести хорошее зрение. А ради этого мы с мужем собрали чемоданы и поехали в Новосибирск, где я нашла клинику, в которой мне могут сделать такую операцию. Хоть до Новосибирска ехать и очень далеко, дорога прошла легко. А еще операцию я делаю благодаря Пуфику, ведь это он на нее накопил. В Новосибирске были ужасные пробки, и мы тащились часа 4. Потом мы еле попали на подземную парковку дома, в которой мы сняли квартиру. А потом еще 3 часа искали из нее выход. Наконец-то выход был найден, и мы пошли искать свой этаж. Здесь я уже в квартире переоделась в новую пижамку и начала морально готовиться к завтрашней операции. Конечно же, мы очень сильно проголодались, поэтому заказали доставку из какого-то кафе. Моему мужу решил подкатить повар и отправил ему вот такой цветочек. А потом оказалось, что цветочки были во всех роллах для моего мужа. Вот такой ночной Новосибирск. Мне кажется, что он